Здорово, Twitch, здорово, YouTube. Сегодня у нас дейлик. Через несколько часов будет викенд на Корнет-маге. Странно, конечно, делать дейлик и викенд разными частями, но что не сделаешь ради того, чтобы что-то сделать. Так, мы заклеймили наши годсы. 5,5 годсов за 600... Нет, 4 годса за 500 фрагментов. Нет, это будет готово только завтра. Сегодня 652 годса за... 650 фрагментов за... Короче, 5 годсов за 650 фрагментов. Так, за 7 побед. Где-то там в Аурике. Мы, собственно говоря, спустились в Аурик из Соляра. Странно, конечно. Закрепились в Соляре. Сделали дейлик. Но чтобы сделать дейлик, надо было упасть в Соляр. Так как 7 поражений подряд. После 3 побед. Точнее, ну, там было 2 победы, поражение, победа и 6 поражений подряд. Это просто охренеть. Ладно, я полетел раскидывать оповещения в телегу и ты Дискорд. Пока это делаю, ставь лайки, подписывайся, звони в колокола. А я делаю то, что я делаю. Кстати, челлендж скоро закончится, осталось пару дней. Этот и еще пару. И в теории я могу уложиться. Несмотря на то, что мне завтра идти на ДР. Надо что-то даже подумать. Ну и что? У меня нет времени что-то думать, что-то покупать. Просто подарю лаве. Итак. Странно, я вроде никнейм поменял в Дискорде, а он почему-то не высвечивается. А, я понял, почему он полностью не высвечивается, потому что режим включен, чтобы не высвечивался. Здорово, псих, как оно? Как дела? Так, я везде все раскинул. Привет, есть ответ на новый квест Родена. А еще новый квест вышел? Нет пока. После Делика, наверное, разгадаем загадку. Ты все супер. Прикол. Конечно, с поликлиникой жесткий. Заставили меня немножко понервничать. Но в целом я знал, куда шел. По to the STV. Thank you for follow. Про Розы. Так, я вроде все сделал. Надо музыку включить теперь только. Что-то я уже секунду посидел. Мне уже жарко. Так, сейчас пару баков откроем. Блин, я даже про Родену... А, сегодня 16-е, начался новый сезон квестов. Да не, он же до 15-го длился. Понятно. Но, по идее, квесты вечером выпускают. Блин, мне уже интересно, что там за задание. Ну ладно, всему свое время. Сейчас заключу музыку и будем врываться в Аурик. Еще немного забил на гос, уже неделю не заходил. Ну, правильно, делать тут нечего. Тут какие-то экспериментаторы лютые начали играть на колодах вне метовых. Какая-то новая эра МТГшников в Gods and Chain. Поехали. Смотрим, насколько Корнет Макс может сегодня. Потому что вчера такая дичь происходила. Просто челики попадались на контроль колодах, которые вообще меня у них контрят люто. И у них все было, чтобы меня законтрить. Хотя это не так уж и просто. Там нужны технические карты, чтобы это сделать. Или просто грота уничтожала. Сегодня могу остановиться играть в снап. Что за снап? Marvel снап?
На телефоне, которая. Здорово, Тоха Кенни. Как оно? Минт. Блин. Что за никнеймы? Блин, сегодня будет, короче, поток на 14 часов. Торно встает, там год с хорошим улиган подает. Да и вроде нет, здоровый пам, здорово, братшо. Да еще с бета играю, но есть с лаунчером пока. Ну да, мне Фонг говорил, я скачивал, но игра интересная, а чисто ради того, чтобы поиграть. И все, там же никакого... Она же ничего не приносит. Там никакой монетку, ничего. Иван монополист. Че монополист? Он захватил всех зрителей к себе на стримы. Буржуй задушен. Почему? У меня просто есть желание доделать до конца челлендж. Как я его доделаю, все будут свободны. Ну, там уже сами выбирать, свободно или дальше со мной по другим челленджам и играм. Ё-моё, он залевил мою калитку. Чел, зачем? Сейчас много туриков с денежными призами. Нифига себе. И ты во много каких туриках участвовал. Давай. При последнем часу ты скажешь, да на его нахер это челлендж, что контент? Да нет. Смысл тогда всей этой затеи? У меня вчера я пришел к врачу. Она начала смотреть мои анализы, которые я сдавал на кровь. И сказала, что у меня глюкоза, то есть сахар, 29, норма 3-5. А у меня 29, ты прикинь? Она говорит, все, надо госпитализироваться, пошли к эндокринологу. Я зашел к эндокринологу. Эндокринолог такая... А что я могу сделать? Ну хочешь госпитализируйся, не хочешь, не госпитализируйся, как бы с таким сахаром особо не живут. Не знаю, что у тебя произошло. Я говорю, неделя прошла уже, как я сдавал эту кровь. Неделя. Что вы несете, женщина? Я уже неделю с таким сахаром хожу, это невозможно. Она, ну, можешь сдать анализ, можешь не сдать анализ, там у нас эти анализы. Я говорю... гликогемический анализ крови, он показывает средний сахар за 3 месяца. Говорит, ну у нас не сдаются эти анализы, иди в платный сдашь, там, потом поймешь, но с таким анализом крови нельзя ходить, нужно сразу госпитализироваться. Ну видно, девка молода и не особо ей хочется работать в этой поликлинике. Она бы лучше в платненькую пошла, бабосиков подрубила, а так... А она, короче, сидит, это эндокринолог, стул возле выхода, такая какая-то. Непонятно, зачем пошла работать и учиться на врача. Странненькие. В поликлинике люди работают. Уменьшит ли на 2 урон? Наверное, нет. Кромер, платный, да. И вот, я, короче, у меня у бати диабет второго типа. И у него есть штука, которая сахар меряет. Я ему звоню, говорю, а ты где? Он говорит, я на работе. Я говорю, ну когда будешь дома? Он говорит, ну через час ко мне приходи, померим тебе кровь. Я прихожу к нему через час, мы меряем кровь, у меня... 7,5, но это не натощак, я еще до этого там целую пачку чипсов шатал и персик съел. Как бы где-то за 1.5 часа до вот этого измерения или за 2 часа. Ну то есть никаким там 29 даже не пахнет. Сахарный диабет это
Уже стучится в дверь, не шути. Какая нахрен дверь, пам? Это бесплатная поликлиника уже стучится. В расшатывание вашей психической уравновешенности. Блин, он задрал шестерки забирать. Так что все у меня в порядке. Я еще сегодня с утра, меня отправили сдавать кровь, сдал еще раз кровь на сахар. И вот в понедельник узнаю, что ж там сегодня покажет мне бесплатная поликлиника. Болеть не варик, короче, конечно, болеть не варик. Блин, что это за паладин такой? Задрал спамить. Блин, он сейчас же хельми уменьшит урон до нуля. А мне нужно баблы сбивать. Короче. Не мучай жопу. Не сри под ноги. Просрали, значит просрали. Лечиться дорого. Лучше предотвращать болезни. Я ни в одном... Я играю только потому, что я получаю удовольствие от игры. Ну, кайф. Что еще может быть лучше, чем получить удовольствие от того, что ты делаешь? Играешь ты или работаешь, или чем-то занимаешься? Блин, он задрал. Хотя бы Эмберонию можно было поставить. А так ни Эмберонию не поставить, ничего. И он ничего не хочет выставлять. Какая гнида паладинская. Ага. Угу. Ладушки. Ладушки. Он все-таки... А, он тройку еще заюзал? Когда он успел тройку заюзать? А, он Эмбалмера вытащил тройка и... Блин, ну вы посмотрите, какая грязь. Какая тварь. Просто. Холестерин у тебя сколько был? Да холестерин там вообще... Там акшен были завышены немножечко АСТ, ЛТ. Там на 20% от максимума. И все. Остальное все... Огонь. Вспомнил историю Иннера. Может, узнаю такого русского простримера по покеру. Такого в блоге пару лет назад писал. Его жена сдавал какие-то анализы, где нужно было анализ и на ВИЧ, и на тест показывал положительный результат. Так они чуть не посидели, пока не дождались повторного анализа в нормальной поликлинике, где все оказалось норм. Потом бесплатная медицина. Да, там вообще работают все на забей. Там и так сойдет. Так что мне лучше? Убить его или отхилить на 2 хп больше? Если я убью его, то у меня будет 2, 4, 6 хп, то есть 9. А так будет на 2 хп больше, но он мне еще нанесет 2 урона потом, ладно. Делаем, значит, вот так. Ну, понимаешь, я пошел сдавать анализы, потому что можно бесплатно сдать анализы. Вот и все. Только поэтому пошел. Попробовать, получится, не получится, бесплатно сдать. Блин, как он задрал вытаскивать этого инвоя. Вот он нашел комбу и дрочит ее. Нашел комбу и дрочит ее. А мне не дает комбу свою разыграть. И он сейчас опять поставит. А, нет, он эмбалмера. А че он эмбалмером достал? Он эмбалмером достал эмбалмера. Или как?
А, он достал дьюти. Сейчас дьюти заюзал на 6. Достал опять инвоя. Вот же гнида. А чем я буду убивать инвоя этого типа? Если хэтчинга не кину, он будет стоить дороже. Он хэтчинга уменьшит урон до нуля и потом... Ладно, пусть он ему уменьшит урон до нуля, чем Хельме. Правильно, правильно. Блин, если у него два инвоя, один в руке, один он из войда таскает. Так, в жопе или не в жопе? Но вот эта тройка, я не понимаю, как она работает. Это я сейчас выберу, чтобы мне пришла только... Только чтобы Корнет мне пришла. Хотя и Серис тоже нужен, понимаете? Вот, Серис оставляю, Коронет. Придет Коронет. Вообще игра зависла. Вот, видите? А Серис не пришел. Чё ты там будешь опять доставать? А, ну все, я проиграл. Я понял. Я понял. Хорошая игра. И конкурсы интересные. Такая тварь. Такая гнида. Просто абузеры сраные. По 6 раз одну и ту же карту разыгрывают. Ну как это? Что за механика? Почему? Почему бог света воскрешает существ из воида? Почему это делает не смерть, а именно бог света? А почему вообще бог света не делает все в этой игре? Почему он ни сон не кидает? Почему он ни карты не ворует? Почему он заклинания по 5 урона всему столу не наносит? Почему он вообще не делает все? Это же бог света, это же как бог. Что за бред? Разгрешает... Целительство не вызывает трупы. А почему он может их бесконечное количество раз воскрешать, понимаешь? Бесконечное количество раз может и воскрешать их. Эмбалмером. Просто бесконечное количество. Потому что... Да все в этой игре, все божества. А он именно может бесконечное количество раз воскрешать. Какая тупость.
Здорово, Джек. Значит, вижу, только начал. А риторик 8-го часа уже. Ну, блин, бесит эти паладины. Просто... Хеман. Чё ты будешь у меня копировать? Я даже тебе... Ну, ясно. Два пикпокета не бесит на первом ходу. А что я сделаю? Я же ничего не сделаю. Бесит они меня или не бесит? Это больше пикпокетов не будет. Сразу своровали какую-то хрень и все. Он добор забрал. Потом бы они отлетели от массовых зачисток. На первый ход идеально. Там уже все идеально. Ну, Джек, там все уже в руке идеально. Ты думаешь, ему что-то не зашло? Если ему что-то не зашло, то это зайдет ему на топ-деке. Серьезно, ну, что может быть не идеально? Да. Что мне делать? Ничего не могу поставить. Просто овердровиться буду сейчас. Ну гнида, ну и гнида. Давай еще тост юзай. Больше тостов. Кто-то сомневается, что у этого десепшена еще и нету комбинации нужно. Он даже не флипает, понимаешь? Он даже не флипает. У него уже все есть в руке. Ему не нужно ничего флипать. Покеты ничего не делают такого. Но они дают ресурсы. В смысле, ничего такого не делают. Представь, как будто оппонент положил похожие по эффектам сворованные у тебя карты в колоду изначально. Это будет бесплатный токен из атак 1, который тебе нужно... Меня нежно царапают спинку. Нет, опам. Это совсем не так.
Питпокеты — это мерзкая карта, которая, помимо того, что может тебя бить, так она еще дает тебе одну карту, которой у тебя нет в колоде. Блин, вот хотел с утра постримить, нет, опять проблемы. Все против того, чтобы я закончил этот челлендж. Даже провайдер. Блин, наверное, лучше было бы в лицо себе пингануть. Пошел ты нахрен, откуда? Он мне анбаунд жёг, а анбаунд мне бы вообще сейчас идеально помог. Девять карт в колоде осталось. Коронет так и не пришла. А у него уже есть карты, которые могут коронет скопировать. Я уверен в этом. Хорошо, что он не скопирует коронку. Хреново. Дела. Дела хреново. Он отпустит меня? Он мне даст разыгрывать комбинации или нет? Нет, он не хочет давать мне этого делать максимально сильно.
prophecy. Максимально. Все в говне. Как вы думаете, когда он поставит Людиаса, кого он скопирует из колоды? Есть какие-то догадки? Предложения? Пожелания? Откуда он столько... А, ну это скопировал Людиасом. Анагриоса может выставить. Гидра как будто бы получше, но там же есть тост. Лучше с Анагриоса сразу лупану ему в лицо. Если у него яд. Блин, ну это аурик. На аурике у всех есть яд, скорее всего. Он просто трап кидает. Копировать будет коронет? Я не хочу брать Эрис, потому что, блин, ну можно было взять. Вальки-то он не может взять. Ладно, надо было брать Эрис. Опять поспешил. Вдруг там аватар магии. А мне мана нет его вот залеталить. Как же все-таки некоторым заклинаниям... У десепшенов абсолютно все заклинания игнорируют вард. Вот абсолютно насрать. Кроме трапа. Только трапа бедный страдает. А так все, всем заклинаниям насрать на вард. Последний раз тригвал на фьючах. Весной вроде. А ты? Причем же ты код с заканчиваешь?
На время, да, но не навсегда. Так, и что он сделает? Ух ты, чехой. Соха. Еман, чехой, ты чё? Чё творишь? 500-ха. Чё-то не озвучилось, ну-ка. Ты когда дальше налерть говна? Все работа через жопу. А без ничего, просто так. Еман. Спасибо, спасибо, нифига себе. Нифига себе. У нас есть две попытки. Аватар магии намутить. Ладно, не аватар магии. Есть чем дальше залетать? Нету. Свет в конце тоннеля есть. Всегда. Там повторюсь. Спасибо. Спасибо, чехой. Вообще мега. Мега, гига. Ультра, спасибо. Блин. Больше у него тостов нету. Свет. Все, свет есть в окне. В конце туннеля. Да годцы, понимаешь, это такая игра. Которая, ну просто никак. Но она сама себя убивает. Это self-destroyer game. Она убивает сама себя, но убивает людей, которые в нее играют. Зарабост не дали ему это сделать. Человек просто хотел дождаться бычки, продать всю свою коллекцию и ливнуть с игры. Ну, понятно. Офигеть. Просто. Я не могу его добить, потому что мне место занято все. Вот это чел. А что там у меня? Еще две короны. Гуглянем. Лифточек, корона. Ну вдруг он меня не сможет убить. Ц. Овечку кину ему. Просто какие же мерзкие эти десепшены. Вы не поверите, какие же они мерзкие. Ну конечно, конечно, чарма. Как же не везет. Считаешь нерв Катрота оправданным? Естественно. Нерв Катрота оправдан полностью. Из-за того, что разрабы стали жадными, ушел из сплинтера. Что за сплинтер? Да в годцах разрабы не жадные, они просто тупые. Вот и все. Они тупые, знаю. Не знаю, какой предмет есть тупее. Даже тупой угол умнее, чем разраба годцев. Они вроде пытаются что-то умное сделать, но потом перекрывают это сотнями тупых поступков. Поступков.
Блин, ну его я тоже не убью. Просто такое лютое невезение, непруха лютейшее. Сейчас будет спамить калиток, потом бафать их и все. То, что они лочат сеты и не могут менять их, тоже губит игру. Ну да. Чел просто собирает половину колод нейтралок. Не норма, явно. Конечно. Но им насрать. В рот они шатали эти нормы. Они даже не понимают. Ничего, они просто не хотят понимать вот все. Нет желания понимания. Вот это их сильнейший минус. Блин, что это за колоды? Я в жизни таких колод не видел. Я просто не могу одну карту убить. Сейчас свинка вгубит игру. Звай все сковерят, ну... Свинков беспринципный. Тут как бы... С этим никто ничего не сделает. Зачем надо было сначала гифточек дать? Ладно. Еще будет время. У него тоже. У Савинкова есть цели, и он ей следует. Все. Что ему еще нужно? Ему насрать. На Готса. Но у них все равно играет, как видишь. Но Skyweaver, он по балансу гораздо лучше, там плюс-минус 50% у всех винрейт. И все. Ради ладдера играл. Я не знаю, в чем смысл ладдера, но, наверное, он что-то знает. Да хватит спамить, слышишь ты, паладин. Хватит спамить. Слишком много карт, 80% не грабили, наверное, с ними бы разобрались те вместо новых сетов. Ты что обсуждать, Готса? Ну вот... Какой смысл? И так все уже понятно. Это... Что, как можно... С чем можно сравнить эту помойку? Вот были в некоторых странах диктаторы, которые... Благодаря нефти делали страну первую по тому, насколько людям комфортно в ней жить. Первую в мире.
Но потом приходили какие-то люди, которые говорили: не-не-не-не-не-не, это так не работает. И все, и эта страна, в ней происходит, в ней начиналась война, и этот диктатор смещался. Либо этот диктатор из-за количества власти и денег просто менял свои приоритеты. И больше там в течение какого-то времени эта страна была самая бедная, самая несчастная. Но вот покайфовала какое-то время. Также и годцы покайфовали какое-то время все, и все, теперь она самая бедная и самая несчастная. Плюс еще бычка и не началась, а сейчас еще медвежка идет. Ты с этим ничего не сделаешь. Да никто не пойдет. Может, послушают, одумаются. Да, никто там не собирается одумываться. У них есть политика, и они ее придерживаются. Им насрать. Они никого не слушают. Понимаешь? Просто ложили они болтину на все интересы людей. Блин, а это если я 4C делаю стройки, это получается слева направо карта мне не идут, а не справа налево. Как-то странно, вроде. Почему топ-дека лежит слева, а не справа? Если должна быть очередность карт справа налево, то есть правая карта должна приходить, а не левая карта приходит. Что за бред? Теперь только медвежка существует. Не-не. Сейчас все равно бычка, но... не для всего. Да задрали паладины. Агро говно. С этим хартуком через тройку достает опять хартука. Вы конченые просто. Как это можно делать? Как можно такие колоды создавать? Ну это нереально. Как это убивать? Что это? Как будто бы... это просто жесть. Я сейчас гидру поставлю, он мне вернет ее в руку. Почему такие неудобные противники попадаются? Ну просто я не понимаю. Такая имбалансная карта, он ее еще два раза ставит. Просто насрать на таунт, им просто на все насрать. Просто насрать на все. Три, шесть, восемь. Ровно еще. Кидает ордер и выиграл. Талисман надо было раньше ставить, да. Ну вот как? Как? Что за комбинация бесконечного спама, бесконечных ремувов?
Я не понимаю. Да все есть. Телован, который планирует ставить корнет 100-500 раз. Так я же его не из Войда достаю, правильно? Не из Войда. Я не могу уничтожать все бесконечно. А он может все без, чуть ли не бесконечно уничтожать. И у него все есть с самого начала, понимаешь? А у меня ничего нету, ничего не приходит. И опять паладин. Не, ну это, ладно, насрать, насрать. В очко. Какие-то плохие мысли, какие-то нервики. Выиграл, выиграл, проиграл, проиграл. Вообще насрать. Нахрен баланс. Нахрен принципы. Просто кидаем картон. Сейчас возьми блейдов, пойдешь мифик. Рано или поздно. Да, уже идут брать блейдов. Все верно. Шлотраш, они... Любому дают 1к лимит. Где-то бета-тест к шлюпке. Какой смысл брать карты в аренду? Что я этим покажу? Вот, я взял карту в аренду. Я и профессиональный игрок. Что это смысл, если я играть не умею в эту игру? Какой смысл мне брать карту в аренду? Ну пусть берет, я что? Жду, когда Лутраж просто пропадет со всеми картами. Ну, все может быть. Когда ты годцы пропадут со всеми картами? Мне колодный один матч поменяет соперников. Да ничего не поменяет, просто... Подбирает соперников, кто вот первый нажал, вот того и подбирает. Если никто не нажимает, никого не подбирает. Вот и все. В игре не так много соперников, чтобы тебе подбирало кого-то конкретного. Понимаешь? Их не так много. Если бы тебе подбирало кого-то конкретного, там, твой архи-соперник, которого ты никогда не победишь... Чтобы тебе уменьшить минрейт, ты бы полчаса ждал, пока кто-то стартанет. Здорово, я Асуми. Так. Ты... Спасибо за мнение, только хихенья. Но я думаю, что это не будет работать. Сейчас в игре, особенно на мифике, останутся только киты. Ну пусть остается. А нам что? Блин, я страдаю от пушек. Мне надо положить ломателя пух. Но мне сломается вся концепция колоды. Блин, для этой колоды слишком... 30 карт слишком мало. Мне кажется, годс это
давно перестала быть игра для людей. Как только они изменили систему ранкеда. Теперь в два раза стало сложнее попадать. Ну не два, в полтора раза сложнее стало апать ранги. Все, они себя подписали приговор на ненависть бесконечную к себе. Два, четыре, пять, восемь. У него 10 урона. Лучше его превратить. Считаю, что понятие ранг не должно существовать как такового. Тупая ММРЛа. Да все так считают, опам. Но разработчикам насрать. Вот в чем дело. Они имеют свою считалочку в голове. А на всех остальные считалочки они ложили большой и австралийский болт. Может быть, конечно, небольшой, но австралийский точно. Просто эти агропаладины. Да еще и с доставалкой из Войда. Я не знаю, против кого они выигрывают, но меня они контрят сильно, очень сильно. Чел просто на плейн-картах, но у него есть... Легендарка Спирка, легендарка Аргус. И все, ему больше ничего не надо. Как же ему насрать? Как же ему насрать на все, что я делаю? Просто насрать. Одной карты не хватило, да? Понятно. Миднайт, ребятки, миднайт.
Вы заметили, что за 4 катки ни разу не пришел мне черед. Ни разу он мне не пришел. Нет. Два черота, они будут друг друга вытягивать. Это уже пройденный этап. Сейчас мне надо сосредоточиться, подумать, что я могу добавить. Возможно, хельм убрать. Эмберо не поставить второго. Тоже отхил. И вместо чего-то нужен ломатель пух. И явно... Блин, вот нужна эта сраная имбалансная карта, которая ломает пуху сразу. За 4 маны легендарка. Иначе... Гоблина 3 прочности не хватает поломать. Все разгоняют прочность просто до жопы, до чертиков. Ух. Ладно. Еще одна карта. Попробуем так. Миднайт. Как я хочу перестать играть в это говно. Осталось немножко. Немножко осталось. Если ты играешь Гоцу, то ты должен понимать, что ты явно ниже, чем человек. No artificial. Ты можешь играть во что угодно. Ты все равно будешь человеком. Ты не можешь никого судить за то, что он делает. Это его личный выбор. Ты можешь только высказать свою точку зрения. И в конце таких фраз ты должен писать: это моя личная точка зрения. Иначе это высказывание выглядит не истина, то есть ты спорол хуйню. Все понять так. На ивентах и туриках все в одинаковых условиях, с надеждой на одинаковые призы. Ну, ивенты, турики, как бы...
все не в одинаковых условиях, так как карты могут себе позволить не все. Статистически австралиец находится на 53-м месте по длине болта. Да, тохкенет. Это все среднестатистически. Это все так. Лишь формальности. Пистолет Бетрахера была бы туша 5-1. Это мана не было, чтобы его поставить. Поток, кстати, рандом первых-вторых ходов работает ровно. Ну, видишь, плюс-минус есть там 2,5%. Туда-сюда. Не сказать, что супер ровно. Но как-то работает, да. Эксперимент закончен. Можно заканчивать. Два черота. Нет, нет, нет. Я уже делал это так и работает. Слишком... Тебе не дают возможность разыграть два черота, так как приходится очень много контрить стол, и два черота по мане слишком дорого. Посмертно, что посмертно? Это как два хода, просто вторые ходы просто слабые против агры. Ну да, агры много выпадает. Пришел к стокам стрима. Надо было прочитать, я, видишь, сильно задумался о том, как изменить колоду. Это тоже надо делать. Если этого не делать, то... так и будут дальше падать вниз по рангу. Сложно тоже понять, чего тебе не хватает в колоде, чего хватает. Может быть, колода вообще неиграбельна. Может быть, мета поменялась. Факторов-то много. А вот какой сделать правильный шаг? Это вопрос. Но не все шаги бывают правильные, но главное делать шаги. Понимаете? Главное что-то делать, но нет никаких гарантий, что это будет верный ход. Но верно то, что ты что-то делаешь. И все. Вот в чем смысл. Да, уф. Что брать? Наверное, надо хилку брать из магаза. Блин, ну вот эти паладины, которые вечно дровают свои до карты, это же сколько у тебя карт получается в колоде, если с возможностью достать их из воида еще раз. Это же гораздо больше, чем 30. Вот в чем прикол. Может, Тони поставить просто. Если у него есть ремув, он его даст. Если что, второй есть Тони. Если он не даст ремув, то будем хилиться. Жить. Просто посмотрите, чел кидает. Бамбу, курсу, рей. Что дальше? Фею поставит. А, и кольцо.
Хотя бы 2 хп еще похилил сверху. Unbound я бы оставил. Второго имбиро не ставить. Ну, ладно. У меня получается 4 карты из Band of the Wolf сета в колоде. Болт, чтобы остался старт-шардик, а надо похилиться. Ладно, не буду ничего больше ставить на стол. Вот где корона, где чероты? Опять катка, где нету ни короны, ни чероты. И уже пол колоды прошло. Пол колоды пролистал. Понимаете, суть. Меня вчера комары покусали, конечно, жестко, когда я картоху окучивал. А сейчас я начинаю чесаться и понимаю, думаю, чё я чешусь, чё за проща, это комары покусали. Может на Гроваре поиграть, вроде ему нормально сегодня крутит. Ну сейчас дейлик доиграем, покажем, что Коронет Маг полное говно. Поиграем на чем-нибудь еще. Квест в Ародене, может разгадаем. Цеху Ант. Блин, тоже чел попадаются, даже не вопросики, обычно никнеймы. Вроде играют не как боты. Какие-то, наверное, МТГшники пришли после рекламных стримов. Ты чё, картошку окучиваешь? Да, окучивали плугом. И все. Я после окучивания картошки приехал и стримил еще пару часиков. Потом пошел в больничку и потом мне уже было не до стрима. Silver bullet over here. Fashion in the door. С
Сколько берешь за кучу? Не, соток 10. Очень надо. Я занимаюсь этим не профессионально, не за деньги. Ты пам, если что. Что, получается, смерть профессионально уничтожена благодаря гоблину. Трансфер с проживанием дороже выйдет, хотя специалист высокого уровня стоит того. Мы закрепились в Миднайте! Ура! Вы прикиньте, меня спустило с Аурика в Миднайт. И у меня даже не было закрепа щитка. Насколько игра говна. Ты видишь, ты говоришь, коронат плохой. Пушку сломал и выиграл. Так я проиграл 4 подряд. А к счету прошлого дня это было 10 подряд. Понимаешь? Сколько можно проигрывать 10 каток подряд? Сколько можно? Даже 11 подряд каток я проиграл. Смотри. Сейчас все докажу. Опять минт. Сука, я с тобой играл в Аурике. Какого хера ты упал в Миднайт? Блять, это конченый паладин. Почему ты консиднул? Какая же глина. Как он умудрился проиграть? Как он умудрился проиграть и попасть в Аурик? Точнее, из Аурика, а Миднайт. Да не выиграй 10 подряд. Если перед мулиганом сказать «конченый паладин», он обидится или внется, пишем. Смотри, минт, мидрейндж, говно, за 7 баксов. Как он упал? Как он нахрен упал? Я не могу понять. У него 44% винрейт, и он меня вообще раскатал. Вот, он меня победил. 3 раза проиграл потом. 3 раза проиграл. 2 раза выиграл и чё-то консиднул. Не знаю, чё он консиднул. Может быть, это бот какой-то, подкрутчик. Специально кому-то победа делать, кому-то поражение. Я вообще не понимаю. Я перестал понимать эту игру абсолютно. Вот. 9. Точнее, 3, 4. 9. 10, 11, 12, 13. 13 подряд. 13 поражений подряд. Вы понимаете мою боль? 13 поражений подряд на коронет магия. 13 подряд. 13. Пруфы, пам. Мне нужны пруфы. Хотя колода просто с хорошим винрейтом. А, это ты думаешь, хороший винрейт делаешь на колоде, и тебя опускают до миднайта, чтобы он у тебя опять стал хорошим, да?
Слишком хороший минрейт, чтобы ты играл в Солярии и в Аурике. Играй Миднайт с хорошим минрейтом. Ну, в этом есть логика. Но нету смысла. Это просто пиздец. Дабл ван, дабл ван. Ай, сразу ремовим это все. Хватит меня бить. Знаю я эти приколы. Выставляешь его, он бафается, ты его уже не сможешь убить. Знаю я эти разводки на лоха. Ха. Ну, где ход? Прямо сейчас крутит ли агровар врач-мага? Конечно, ему крутит. В чем вопрос? Вот что это? Это очень плохая рука. Добора нет, баблов нет, хилов нет. Добор пришел. Блин, я вроде поспал нормально. Я спал часов 8. Где-то с 10 вечера или с 11 вечера. То есть вообще считай. По режиму. Играл крайний раз 3 дня назад. Блядь, не магия смерти. Сегодня норм. Всяко разное. Ну, по-разному бывает. Он же будет в лицо биться. Нахрен оверкил выбирал. Вот чего он. Давай, опять вард на челленджере. Ну зачем хп? Если можно кинуть вард. Так, Эмберони у меня один, два анбаунда, нету баблов. Гифточка нету.
Нужно как-то выживать. Как выживать? Такс. Я вообще вчера ничего не сделал. Он бафнет его на 5 и кинет обилку. Ну ладно, я имберо не отхилюсь чуть-чуть. Не думаю, что он убьет. 12 хп. Если рента есть через монетку, то да. То я труп. Если ренты нет, то живем, хилимся. Серьезно, он может нанести 2 урона и потом еще облитрейтить, когда существо умерло после. А, она не умерла. Релакс. Восемь карт. Угу. Имп. Пушка. Меч. И обилка. Кораблик. Из хилов у меня осталось 2 еще в колоде. Ну вот, как-то получилось. Ну на Миднайте победа вообще. Что такое победа на Миднайте? Это не ценится. Вот на мифике победа. Это да. Это гораздо ценнее ресурс, чем на Миднайте. На Миднайте может каждый победить. Блин, ну, ветеранчики прикольные, хекс прикольный. Вот это, конечно... Хлам лютейший. +28°, 40 влажность. Еман, а чё такая влажность большая? Это не зимой, 15 влажность, 20, 40. Миднайте может каждый победить. Посом заванный кандидат от народа. Но что, разве не так? Разве не каждый? Что это за природка? Хо.
Мне походу так надоел коронет маг, что я уже зеваю, уже не могу. Уже надо скоро обедать. Хоть что, это опять контроль природка, который будет 4 хода, тебе просто не передавать ход. Амазонка. А чё так быстро ход передали? Я даже не заметил. Даже не успела колбочка отойти. Ход уже был передан. Разнообразие на Миднайте. На мифике одни смерти, которым хрен чё сделаешь. Ну... Собери колоду, которая сделает смертям что угодно. Собери аркан мага, который... Или училка мага. Училка маги сносит 30 хп за один ход. Ой, Пабло Эскобар. Нужны ОЕшки, а ОЕшек вообще нету. Странная штука влажность, учитывая, как иногда горит у стримера. Ты, если бы годцы как-то соотносились с влажностью, была бы совсем другая история. Надо это убивать. Чего бы мне это не стоило. Конопи снайперов нельзя оставлять на столе. Я такие хорошие ремувы отдал точечные. Окей. Если, ну вот, круто играть на агромаге в комбинации с училками. Ты просто чистишь весь стол, добираешь карты и потом находишь комбо очень быстро, так как ты перебираешь всю колоду и летаешь противника. Но для этого нужны клоны или хотя бы троечка. Там тоже есть технические карты. Что за... Бля... Хотел убить, но я бафнул. Амазонка душит. Все не по плану идет сразу. Бафнул на хп. Пошел нахрен со своими бафами на хп. На next будет Эмбероне. Можешь выставляться побольше.
Золтан. Зуб. Тот. Может, это не зуб. Просто тот. Все, ничего не хочу вызывать. Что он там копит? Ремувалы, что ли, какие-то? Блин, да как будто бы та амазонка, которую я вчера нашел на мифике. Тоже такой же щиток, тоже меч. То есть таунт щитком. Тоже дивия. Ну, Аградора там, короче, не было. Или был. Сделали они бы лучше амазонку, она бы не на 1 хп хилила, а бафала на 1 хп в конце хода. Случайное существо. Гораздо бы прикольнее было. Everybody dance now. Вот он, поехал выставляться. А чё я жадничаю? Тут если два варда. Хочешь, не хочешь. А кто жадничает? Как природка может пройти гидру? Хм. Наверное, никак. Если бы, ну, не выпал, просрал бы. Что поделать? Такова игра. Ну, а что не сделаешь? Если не умею играть, значит не умею играть. Мне уже надоело. Колоду переделываешь, переделываешь, улучшаешь, улучшаешь, а... Результата ноль. Ну как они в топ-деке замешиваются? Чё-то не понял. Okay,
Он собирается сдаваться, нет? Как вы думаете? Реальный ли игрок он после этого? Поэтому мне не нравится Midnight, потому что боты играют. В чем смысл играть против ботов? Какой прикол. Таких ботов не будет ни в Диамонде, ни в Соляре, ни в Мифике. Только на Миднайте эти боты сидят. Поэтому тут победки так бесполезны. Что это за бот? Ты что ли? Инфорсеров играет. Много кто играет инфорсеров. Жулик, жулик. Сабилка на хил, он на агро паладине играет. Блин, а почему Блейда просто дестроит? Почему Блейду как-то может держать вард? Как-то не имба получается. А стоит как имба. У меня есть Чирот, у меня есть инженер. И могу достать коронет, бафнуть инженера моего на минус 2 маны. Что-нибудь придумать. Но также мне нужно использовать шрапнель, если он сейчас заспамит стол. Скорее всего, он не будет спамить стол, но серн он поставить хочет. Колесо? Ну нет. Сан-Франциско. Shattered the world to flowers in your eyes. To San Francisco. My
Получше, конечно, стало. Но все равно. За 4 маны. 4-4. Метеоритные рамочки мне нравятся больше, чем Plain. Но в картах, например, рарных, и в картах эпических, и в комонках, как будто бы нету души. А вот в легендарке они вложили тут еще веточки оливовые. В них будто бы есть душа. Тоже видно, куда приоритеты смотрят. Подороже, по легендарнее сразу выделяется. Нет, все как-то чуть-чуть выделить, а не только легендарки выделили. Только так. Нет в игре души. Весь так, намеки. Но душа задушена жадностью. Отсутствием понимания и логики. Из доборов только добор приходит. Три, шесть, девять. Сделаем, значит, вот так. И вот тут, видите, тут карты. Слева направо, а в руке... Точнее, тут карта справа налево, а в руке слева направо. Почему так происходит? Что это за отзеркаленное говно? Почему нельзя сделать по-человечески? А, он меня завердровил. Ну, что происходит? Семь, девять. Вот так чуть подсократим ущерб. Ну давай, бафы всех. На 5-5 или радиантом, чтобы я не смог никого убить. А он может бить? Серьезно? Я не думал, он не может бить. Крича. Окей.
Если он никого не ударил, тогда может бить в лицо. Если кого-то ударил, то он уже не может бить. Это так механика работает. Правильно я понимаю? Или я что-то опять не понимаю? Ну, light is feel. Ходи. Блин, как они, конечно, время тянут мастерски. Мистик? Нет. Атлант. Две карты съел. С двумя Амбероне получше живется, если честно. С одним, конечно, было хорошо, но я чувствовал, мне не хватает урона по столу. Три, шесть, семь. А если будет второй кентик за 8 маны? Че, пинго... калиткой, точнее, девочкой сбиваю бабл. Сначала болт закидываю, у него остается 9 хп. Можно шрапнели снять 5, останется 4. Пинг. Нет, это на next только. Возможно, два хекса нужно носить. Вот я же не эту карту брал. Почему выбрался Эмберони? Что за игра? Ждем опять минуту, что он сделает? Ух ты, второй инвой. Вот это да. Вот это да. И что он сейчас? Вытянем инвоя из воида. Так как комбинация стоит дешево, но работает как швейцарские часы. Правильно понимаю? А карта у него всего 4.
Ну все, у меня уже нету хексов. И Нитоса у меня нету уже. Значит, надо аватара магии ждать. Но аватар магии ко мне приходит редко в гости. Поэтому это будет удача. Но давно не приходил, кстати. Только я уже корнет поставил, и ни одного аватара магии в нем не было. По идее, уже должна прийти. По-хорошему. Ты толку-то это убиваешь? Нифига себе. Я не знал, что такая есть карта. Есть от кого хилиться, похилимся. Блин, ну это он зря, конечно, бабл сбил себе. Да задрал! Просто... Такое говно выставил на стол. Наконец-то. 65-30. Все, пошел нахрен. Кусок говна. Можно почаще, чтобы приходила аватар магии. Есть заклинание, чтобы почаще приходило? И овечку. Ну, в Миднайте все заходит. В солярке, в аурике. В Диамонте просто идешь нахрен сразу со своими заходами. Ибо такая вот судьба.
Это была какая победа? Не говорите, что это была 10-я игра. Вроде 9-я. Или какой-то шейх. Так, тут 5. Тут нет, 9. Все верно. Что это за обилка? Почему шейхи с такой обилкой ходят? Может быть, это шейха бот? Тимана нужно бы сейчас будет хилить. Ладно, пусть тратит на это свою ману. Просто чел с какой-то ачивкой, картинкой вместо иконки, с золотыми штуками, столом дорогим и плейн картон. Рубашки самые дорогие в игре. Даже не подумал похилить. Это какой-то бот. Аккаунт выкупленный у бот для ботоводства. Это Яман, он теперь дорогущий. Я уже предвижу, что ему какие-то легендарки приходят с этих дилигентов. Опять ненавистный мне Bubble Ward. За 5-5 легендарка. Бафает или хилится. Сейчас косметики посмотрю, сколько стоит. А нет, самая дорогая рубашка другая. Эта рубашка стоит 20 баксов. Странные у него карты. Надо было, вдруг у него есть демоч, взять Вальку.
Есть у него демочи, как думаете? Мне кажется, что-то есть такое. Дерзкое. Мерзкое. Хотя были бы демочи, он бы пирамиды ставил. Пирамиды он не ставит. Ух ты. Нету ни Хекси, ни Трансформа. 3, 6, 8. Ну ладно. 8 так 8. Ох. Это окей. Окей. Sticky booty on the kids tonight, if my day. Кстати, что там у тебя телефон? По инвестициям. Информацию. У меня за месяц, мне, кстати, по Лукойлу выплатили 350 рублей по дивидендам. И, в общем, сумма всех активов выросла. О, у него чарма. Ломать. Вижу чарма, делаю ломать. Так, чарму сломал. Какая-то... Блин, что с телефоном? Начинает выключаться на 40%. Он мне служил получше. До того, как я... Установил сертификаты безопасности, которые уничтожили его нахрен. И еще плюс Wi-Fi не раздается от компа. О, таган. Схемка-то рабочая. А, я сейчас даже Дагана не убью с одного анбаунда. Ладно. Что-то ни хексов, ни трансформов не приходит.
Блин, а есть программка на телефон, которая проверяет загруженность центрального процессора? Что-то типа... О. Диспетчера задач. Только на телефон. AIDA-64. Она задачи может посмотреть. Сейчас скачаю. Просто висит нахрен телефон. Понять бы, что его тормозит. Служба оптимизации системы. Выполняется оптимизация системы. А у меня она установлена, AIDA. Что делает? А, когда призывает существо, он получает 1-1. Он просто батарея улетает. Зашел нахрен в инвестиции. Блин, что это за глина природа? Да, блин. Опять. Бронированные вышли на охоту. Три, шесть, семь, восемь. Химан, я поставил на зарядку, а 3% убралось. Так, система отображения. Так это не то. Датчики, температурчики. Папки, системный файл, приложение. А куда заходить там? Температура. Больше 43 градусов ничего нету. Так, батарея 3-4. ЦП. Частота ядра просто 1400, хренарит. Частота. Вообще не в покое. Два урона случайному существу.
36. Крашный надо. Опять коронет нету. Вообще, комба вся в самой жопе. Зачем я играю коронетом, если мне не приходит эта комба? Так, а вот это плохо. Это надо как-то убивать по-бырому. 2, 4. Кого-то призовет, он ее похилит. Начинается. Призывает то, что я не могу убить. Ну, аватар магия, значит, рассчитываем еще раз. Хотя я даже коронет один раз не выставил, вроде как. Даже один раз не выставил коронет. А он уже душит меня. Да понятно. Да понятно. Ага, ага, давай, poison, poison. Просто в самые последние карты, самые нужные, самые последние. Какой смысл играть, если это не работает? Строн как-то можно вывести это без активации или перевод на другой кошелек сделать? То он там что-то пишет, что не дается отправить активы. Учетная запись не активирована. Не может быть использовано для передачи. Сначала вам необходимо отправить RX на этот такт для активации. У тебя же там деньги есть какие-то. Если у тебя есть какие-то деньги, значит, тебя уже перевели и активировали TRX. А, именно TRX надо перевести. Ну, чтобы кто-то тебе TRX перевел, надо. Троны.
И все. В чем проблема? У кого есть троны, попроси, пусть тебе переведут. Сколько там? 1-3x, это 60 центов. Да, природка, конечно, гига говно попала.